26 декабря 2019 года в 21 час 44 минуты в пожарно-спасательную службу Мичалковского района поступило сообщение о пожаре по адресу село Рождественное, улица Красная Горка, дом 77. Собственности мужчины 1946 года рождения. В момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри дома и сильное задымление. Сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома. Отделом надзорной деятельности профилактической работы Мичалковского района с этим гражданином не раз проводились профилактические беседы, так как в ходе подворного обхода в данном доме были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Причина пожара устанавливается. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Александр Панишев, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мичалковского и Рамадановского муниципальных районов.